Всем мил, чуваки, с вами я, Панда FX, и совсем недавно я вспомнил, что оказывается-то у меня канал по FIFA. Да-да, не удивляйтесь. Поэтому сегодня будет у меня геймплейный ролик с интересной идеей. Совсем недавно мне приснилось, что у меня были дреды. Я не знаю к чему, я не знаю зачем, возможно, я просто пересмотрел Моргенштейна. Ну и я вдохновился своим сном и, собственно, записываю ролик из 11 игроков, у которых есть дреды FIFA 18. Высокие коэффициенты, 1xB, большие выигрыши, 1xB, самые быстрые выплаты, 1xB! Естественно, мне первым делом в голову приходит Давидс, но так как его нет в FIFA 18, начнем мы с Рута Гулита. Собрал я его где-то 2 месяца назад и безумно им доволен. 41 матч, 34 гола, 22 ассиста. Статистика великолепная. Первый форвард в моей команде — это Джейсон Палочка Галочка. Ну, в общем, как-то так. Рядом с ним будет бегать За, который за 7 матчей забил всего лишь 1 гол, зато отдал 10 ассистов. Дальше у нас идет серебряная карточка Джонса Санчес. Я думаю, он в представлении не нуждается. Бекерман, Джон, Торрес, Аубакар и Мбабу. Дредастого вратаря, к сожалению, не нашел, как бы я ни пытался, поэтому у меня тут будет стоять Фрей, который подходит под сыгранность. Также на замене у меня есть Аке, Донгала, у которого просто шикарная шевелюра, Кибри и Цане. Ну, в общем-то, дредастый составчик у меня готов. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Блять, я, чуваки, миллиард лет в FIFA не играл. Вообще в непонятках, куда тут заходить и нажимать. Вроде как разобрался. Первый соперник. И что? Что? Чуваки, под конец FIFA 18 вот такие составы? Я в ахуе. Как такое вообще возможно? Ладно, парни, не будем недооценивать соперника. Поехали. Что-то я у своего нападающего дреды как-то особо не вижу. У остальных вроде как все трясется, все кидается. Давайте посмотрим. Потом я на паузу нажму и посмотрю. Так, хорошо. Джеймсон. Джеймсон, палочка, галочка! Блять, ну почти забил. Текс, текс, хорошо. Рут Гулит, покажи, на что ты способен. Так, Аки, съебался, ты дредастый, ты должен быть на нашей стороне. На нахуй. Так, Гулит, наконец-то. 1-0, первый пошел, забивает, ну, самый крутой парень на деревне дредастых, так скажем. Так, съебался, Торрес, хорош. Блять, у Торреса не дреды, а просто какой-то кружок, блять, нахуй. Эй, судья, иди нахуй, блять. Ну, вот, какая же блядская игра, ну, вот что он передо мной прям встал? Так, соперник-то тут это, атаковать вздумал. Так, ну-ка, Анри, чё? У него Анри бегает? Он замену сделал? Съебался, Джеймсон. Ну, Джеймсон, бронза! Хорош! 2-0. Такой себе соперник, на самом деле. Тут, скорее всего, как разминочный матч он будет. Так, дальше. Дальше, на дредастого. Блядь, тут все дредастые, точно. Бабу, хороший замах. И навес. И удар! 3-0. Всего доброго, братан. Так, я хочу в повторе посмотреть на этих футболистов. Так, у Мбабу дреды есть. Торреса не дреды, а просто какая-то залупа непонятная. У меня на мошонке примерно что-то подобное. Так, Абубакар с дредами. Этот парень с дредами завязанный. Бекерман. Ну, Бекерман прям детализованно прям сделан. Посмотрите. Ну, Рут Гулит понятно. У Джонса тоже все на месте. У Санчеса тоже все на месте. Так, За без дред, он как будто вообще лысенький. Джеймсона, как я понимаю, коротенькие дреды. Так, пацаны, ребята, второй соперник на сегодня. И тут состав, конечно, уже посерьезнее. Омск Сити. Это, возможно, мой подписчик. Передаю тебе привет, Ос. Так, что-то соперник меня с первых минут раскатывает. Он как бы дает мне понять, что легкой прогулочки, как в первом матче, не будет. Так, тихо, без приколов. Мбабу мал. Гулит, ну что ты... Бля, Гулит, рейтинг 93. Какой ужасный прием мяча, из-за которого сейчас может залететь. Пизда. Какое же говнище я пропустил. Ну, вратарь у меня серебряный, к сожалению, да. Так, Санчес. Давай, удиви меня, Санчес. А Санчес умеет удивлять. Санчес умеет забивать. 1-1. Ну, киков, сорян. Тут как бы хоть с 6000 километров залетит. Пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь, скажите, что я долбоёб, блядь. Вот что я делаю? Вот что я делаю, дебил? Просто дебил, блядь. Как по-другому описать человека, который делает такие вещи? Вот что значит, блядь, давно в FIFA не играл, блядь. Проебал весь опыт, блядь. И творю такую хуйню, блядь. Напоминает матч Хорватия-Франция, когда Льюис сотворил что-то похожее. Блядь, пиздец просто. О, нет, ну пизда, приехали. Ну оттолкни. Ну пиздюк же Канте, блять, как его... Я в ахуе просто. Ну пролетел, ну так глупо пролетел, блять. Бабе, спасибо.
Ой, блядь, понятно. Все понятно, нет, непонятно, подождите, мой голкипер решил справиться. Нихуя себе, какая подача. Нихуя себе, какой вынос. Нихуя себе, какая подача, тихо. Тихо, полетели, Эх, блядь, какой же я еблан, блядь. Так, за штрафной, хороший прострел. Хороший удар, гулит, да блядь. Интересно. Я не знаю, пацаны, что это было. У соперника, видимо, там что-то оборвалось. Да ему повезло просто. Очевидно то, что я его бы нагнул. О, видите, соперники даже не хотят со мной играть. Они просто ливают. Итак, ребятки, третий соперник на сегодня. Больно будет сейчас. Тут, кстати, Ларсон есть. У него тоже дреды. Я про него совсем забыл. Да, ребятки. Если вы знаете еще каких-нибудь дредастых футболистов популярных, которых я забыл, можете написать об этом в комментариях. Ну, Стерлинг тут на изи, блядь, всех моих дредастых инвалидов обгонит. Давай, ага. О, Фрай! Ты чё, дурак? Хуя, чё он умеет? Так, подкат. Блять. Все повторы посмотрел. Так. О! Чё? Это бронзовый Джеймисон, он должен был забить. Блять, это ж Киков ебаный. Тем более бронзовым игроком-то. Так. Так, Санчес, пожалуйста. Так, ну все, пацаны, я начал медленно раскатывать. Медленно и верно. Кто это такой? Жоме, я вообще хуй знает, кто ты, братан. Ну пожалуйста, пожалуйста! Ну что за дичь? Чуваки, игра по идее должна мне помогать, потому что у меня слабая команда. Какого хуя она помогает моему сопернику активно? Охуеть, это не нарушение. Это, блядь, не нарушение. Ну пиздец, давай, бля, я сейчас атакую, атакую нихуя. Он сейчас, блядь, нахуй с одной контратаки, конечно же, сразу, блядь, забьет. Пизда, блядь. Забил дредастый. Спасибо. Да пиздец, чуваки, это просто что-то невероятное. Что творит, блядь, нахуй этот старый дед, блядь? Ну, пожалуйста. Блядь, это просто невероятно, сколько моментов я создаю. Так, Бекерман, пожалуйста, братан. Хорош, Бекерман! Давай, братан, забирай мяч и погнали. Ебать! Санчес смог с лету красиво забить. Стандартная статистика FIFA. Так, ребятки, в этом матче я хочу выиграть, поэтому выходит Сане, Салах и Неймар. Похуй, что они не дредасты. Давай, давай, а? Че, сложно стало играть? Без фолов не можешь, да? Все, блядь. Неймар, покажи, как надо. Я в ахуе. Я реально уже в ахуе. Я даже не знаю, как это комментировать. Что творит этот дед? Это как вообще, блядь? Это что за реакция, блядь? Так, хорошая подача. Бабу, ну! Да, блядь, да как? Это просто невероятно! Вы это видели? Нет, ну вы это видели? Мой игрок помешал моему игроку, блядь! Что, блядь, за хуйня здесь происходит? Блядь, пиздец. Не заходил в FIFA, называется, я в ахуе просто. Соперник вообще моментов не создает. Вот это его единственный момент за весь тайм, который он чуть не забил. Я в шоке. Давай. Что происходит? Что происходит? Я уже устал возмущаться. Давай, 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 Санне, братан, просто забивай. Я не знаю просто. Я просто не знаю, как это комментировать дальше. Если есть какие-то слова, которые я могу подобрать, ну, всякое бывает. Давно не играл в FIFA, видимо, разучился. Тут непосредственно вы увидите скилл моего соперника, который за весь матч только один раз к воротам подошел. Вот, все, что он делает, он просто бежит, блядь, обгоняя всех моих инвалидов. Охуеть, как интересно. И он почти забил. Я удивлен, честно. Что я забил? Ура! С какой-то тысячной попытки, с какого-то тысячного отскока. Итак, ребятки, 3-2. Верим в камбэк. Я буду стараться, если этот педрило не начнет сейчас тянуть. Вот таким вот образом. Начинается, начинается. Назад, туда-сюда. Вот. Бля, эта игра только портит настроение. Ты заходишь, бля, с прекрасным настроением поиграть, блядь. Нет. Попадается какой-то уёбок, который мало того, что отскакивает, так еще и тянет время. Надо наказывать. Просто надо наказывать. Сане, беги. Просто беги. Просто беги. Просто вот так вот. Я уже не удивляюсь таким моментом, серьезно. Реально, как будто геймплей стал 100 раз хуже, чем был до этого. Я не знаю, что они делают, и я... Просто цирк уродов, блять, нахуй. Ну что, ребятки, я старался. Я сделал все, что мог. Вы сами видели.
что за дерьмо тут происходило. Статистика, блять, очень странная. Я, честно сказать, даже не вспомню, где у него было 11 ударов. У меня 19 ударов, 14 створ. К сожалению, мои дредастые пацаны проебали. Ну ладно, в любом случае, у меня не было какой-то обязательной цели выиграть. Это была такая фановая сборка. Если вам видос понравился и вы хотите побольше роликов с FIFA, ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. С вами был я, PandaFX, и всем хорошего настроения. Покедова.